конечную, жизнь счастливую, пресчастливую, благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Иисус, благодарю Отцу Святой, за все я благодарю, я Тебя, мой Бог, люблю, я Тебя, Господь, люблю, и за все благодарю. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю. Я Тебя, мой Бог, люблю, я Тебя, Господь, люблю, и за все благодарю. Спасибо, Господь, за жизнь вечную. Благодарю Тебя за спасение. Я спасен кровью Христа, чистого и непорочного Агнца, телом ломимым на Голгофском кресте, спасен, благословлен, исцелен, Боже всемогущий, благословен Ты, Бог наш, благословен Господь наш, Бог всемогущий, слава Тебе, Ты есть воскресение и жизнь наших, слава Тебе. Слава Тебе. И принимаем мы эту, Господь, Евхаристию, причастие тела и крови Христа, как знак благодарения нашего, Господь, возвещая смерть Твою, Господь, как великую победу Твою, великую победу Агнца Божьего. Аминь. Тело Христово примите, братья и сестры, источника бессмертного вкусите. Аминь. Аминь. Благословляю всех вас, братья, сестры. Как говорят всех причастников, причастниц поздравляю с причащением святых Христовых тайн, тела и крови Христа. Тело Христа ныне – это мы с вами. Кровь Его святая в наших жилах. Я и Отец одно. Аминь.